Настя, привет! Привет, Наташа! Выходные ожидаются насыщенными. Бал выпускников станет самым ярким событием. Но я расскажу о тех мероприятиях, куда сможет иметь доступ любой желающий. 25 июня в музее-заповеднике Горки Ленинские пройдет фестиваль «Лето в горках». В рамках фестиваля в 12 часов Московский государственный театр «Жар-птица» покажет музыкальную сказку для детей и взрослых «Куда несет меня лиса». А в 13:30 Ольга Лаптева проведет мастер-класс по составлению чаев, а также научит делать конфитюр и конфеты ручной работы. А в программе «Золотые шлягеры о любви», которая начнется в 16:00, вы сможете услышать известные арии из опер и оперетт, а также хиты 20 века в исполнении участников арт-проекта «Тенора 21 века». В репертуаре кинотеатра «Искра» «День независимости. Возрождение». Картина в жанре фантастика. Используя инопланетные технологии, жители Земли создали специальную программу по защите планеты. Но ничего не может нас спасти от нового, еще более разрушительного и масштабного инопланетного вторжения. Только смелость нескольких героев, которые единственные могут спасти наш мир от уничтожения. Фильм будет демонстрироваться с 23 по 29 июня. Возрастные ограничения 12+. Районный центр культуры и досуга приглашает на тематическую музыкальную программу для тех, кому «за». Танцуют все. Берите с собой хорошее настроение, побольше энергии и приходите 26 июня в 18:00 в Центральную районную библиотеку. Спортивные афиши. 25 июня на стадионе «Металлург» пройдет игра в рамках первенства России по футболу среди команд 3-го дивизиона. Футбольный клуб «Видное» встретится с футбольным клубом «Олимп Арбат» город Одинцово. Начало игры в 18 часов. А 26 июня также все желающие смогут сдать нормы ГТО. Если вы еще не участвовали в состязаниях с самим собой, приходите на стадион «Металлург» в 12 часов. Проверьте свои силы. Наташа, у меня на этом все. Спасибо, Настя. С удовольствием отправлюсь в Горки Ленинские. Хочу научиться делать конфеты и заваривать какой-нибудь необычный чай. Тем более, что погода обещает быть отличной.